Hare Krishna, dear devotees, friends, and well-wishers, please accept my most humble obeisances. All glories to Śrīla Prabhupāda. Hare Krishna, дорогие преданные, друзья и доброжелатели, примите, пожалуйста, мои самые смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Devotees have requested me to clarify my feelings and provide guidance on the situation in Ukraine, particularly as there are currently statements circulating on the internet purporting to be my position. Преданные попросили меня разъяснить мое отношение к событиям на Украине и дать наставление, особенно потому, что в настоящее время в интернете циркулируют заявления, якобы представляющие мою позицию. I'm greatly aggrieved, seeing the conflict presently going on in Ukraine. Who would not be? Я глубоко огорчен, видя, что в настоящее время на Украине продолжается вооруженный конфликт. А кто бы не огорчился? The suffering there and throughout our planet is a cause for a devotee to feel sadness. Страдания там и повсюду на нашей планете являются причиной для преданного испытывать сожаление. Our Vaishnava tradition teaches that devotees are para dukkha dukhi, saddened to see the suffering of others, and para sukha sukhi, happy to see the happiness of others. Наша вайшнавская традиция учит, что преданные пара дукха-дукхи огорчаются, видя страдания других, и пара сукха-сукхи счастливы видеть счастье других. Prahlad Maharaj further teaches that devotees are well-wishers for all living beings and do not think or see the world in terms of friends or enemies. Прохлада Махарадж далее учит, что преданные являются доброжелателями всех живых существ и не думают, не видят мир с точки зрения друзей и врагов. As such, we should be concerned how all souls, regardless of which country they're in, are being afflicted and do our best to help them through Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Таким образом, мы должны быть обеспокоены тем, как страдают все души, независимо от того, в какой стране они находятся, и делать все возможное, чтобы помочь им с помощью движения Санкиртаны Господа Чайтания. The devotee's nature is to find opportunities to extend compassion to all who suffer. Природа преданного заключается в том, чтобы находить возможности проявлять сострадание ко всем, кто страдает. The ultimate remedy for material suffering is to develop awareness of our spiritual nature as spirit souls and to reawaken our loving relationship with Krishna. Совершенное лекарство от всех материальных страданий — развить осознание нашей духовной природы как духовных душ и пробудить наши любовные взаимоотношения с Кришной. I therefore humbly request all devotees to take shelter of the holy names and pray to Krishna that wisdom can prevail to bring about a peaceful settlement of differences, recognizing that more can be achieved when we appreciate what we have in common as humanity, as souls, and as sons and daughters of Krishna, who is the Bija Prada Pita, the seed-giving father, and Sarvasya Bhamava, the master of all living beings. Поэтому я смиренно прошу всех преданных принять прибежище святых имен и молиться Кришне, чтобы мудрость возобладала и привела к мирному урегулированию разногласий, признавая, что можно достичь большего, когда мы ценим то, что у нас есть общего, как у человечества, как душ и как сыновей и дочерей Кришны, кто является Биджа Прада Пита, отцом, дающим семя, и Сарвасья Прабхава, повелителем всех живых существ. Who to blame for conflicts in this world is not our business. Кого винить в конфликтах в этом мире — это не наше занятие. Krishna says in Bhagavad Gita that the intricacies of karma are difficult to understand. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что хитросплетение кармы трудно понять. In such situations, if at all possible, we must be prepared to give immediate relief in the form of Krishna prasadam or other remedial measures. В таких ситуациях, если только это возможно, мы должны быть готовы оказать незамедлительную помощь в форме Кришна-прасада и других восстановительных мер. To my disciples, I say, своим ученикам я говорю, I love and care for all of you equally. Я люблю и забочусь обо всех вас одинаково. And as your spiritual master, it's not my duty to address the politics of the world,
but to guide you safely home to the spiritual world. Обсуждать политику в мире не является моим долгом как вашего духовного учителя, но он заключается в том, чтобы благополучно привести вас домой, в духовный мир. Such knowledge must be shared with all of humanity. Таким знанием необходимо делиться со всем человечеством. In Srimad Bhagavatam we hear the following verse. В Шримад Бхагаватам мы читаем следующий стих. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thoughts of Him. Да пребудет благоденствие во всей вселенной, и да будут умиротворены все завистники. Пусть все живые существа успокоятся, практикуя бхакти-йогу, ибо, принимая преданное служение, они будут думать о благополучии друг друга. Поэтому давайте все заниматься служением Верховному Трансцендентному Господу Шри Кришне и всегда оставаться погруженными в мысли о Нем. Шримад Бхагаватам 5.18.9. Шримад Бхагаватам 5.18.9. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Спасибо большое. Вся слава Шриле Прабхупаде.